Жильцы еще 8 квартир дома номер 30, корпус 4 по проспекту Ленина вернулись домой. Такое решение было принято накануне на заседании оперативного штаба на основе решения экспертов о ходе аварийно-восстановительных работ в квартирах номер 39 и 40. Они сильнее других жилых помещений пострадали от хлопка газа 3 февраля. После ЧП в границах второго подъезда в доме установили зону ЧС. Доступ жителей в квартиры ограничили. Всего в этом подъезде дома 20 квартир, жильцы 10 из них, расположенных в левой части, вернулись в квартиры в минувшую пятницу. Теперь очередь дошла и до квартир на правой стороне подъезда. Жильцы 8 из них вернулись домой. Подача газа в эти квартиры восстановлена. Что же касается наиболее пострадавших квартир, в 39-й газ будет перекрыт, а в 40-й опломбирован до окончания ремонтных работ. Завершить их планируется до 20 февраля. К этому же дню должны быть восстановлены места общего пользования в подъезде. Отключали, конечно, была перерезана труба, чтобы не было доступа, как говорится. Вот, но все сделали, приходили сегодня, проверили. Вот, то есть все работает, все нормально. Сейчас голубое топливо вновь в квартире, да? Да, да, да.